Кухня ЖКХ. Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Представлю мою собеседницу Татьяна Пушкарева, руководитель управляющей компании «Территория комфорта». Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Очень часто мы слышим о всевозможных программах по благоустройству, в том числе и придомовой территории. Важным условием для включения в эту программу необходима некая форма соорганизации граждан. ТОС, ТСЖ. Предлагаю разобраться, что это такое, в чем отличие и какие преимущества дают эти формы. ТОС – это территориальное общественное самоуправление. Здесь, в ТОСе, в отличие от ТСЖ, ТОС у нас не является юридическим лицом. Регистрация ТОСа проходит только в администрации, утверждается устав на общем собрании, определяется инициативная группа, не менее 3 человек, и проходит регистрацию в администрации. После того, как администрация утвердила, у ТОСа имеется название, которое также выбирается на общем собрании, да, и ТОС может уже непосредственно принимать активное участие в каких-либо программах. ТСЖ, ТСН, да, товарищество собственников жилья или товарищество собственников недвижимости. Угу. Здесь у нас, получается, правом голоса обладают только собственники. Но у нас же в домах живут граждане, которые собственниками не являются, но зарегистрированы по данному адресу. И в ТОСе как раз участвуют не собственники, а граждане старше 16 лет. То есть уже учитывается мнение в данном случае всех. Форма ТОС, она дает преимущество в том, что собственники имеют право участвовать и получать субсидии за счет федерального и местных бюджетов. Создать ее не так и тяжело. Она не регистрируется в налоговом органе, соответственно, не уплачиваются налоги. В ТОС можно объединяться дом, в ТОСе могут быть группа домов или там какая-то вообще территория муниципальная, да. Но чаще всего, конечно, ТОСы – это индивидуально по домам. Ну а в целом вы поддерживаете, как руководитель управляющей компании, вот такие формы организации? Я поддерживаю. Я своим собственникам рекомендую создавать ТОСы. Вот буквально на прошлой неделе у нас состоялась встреча с Советом дома по Коневу 13, на которой было принято, и мы сейчас готовим собрание по созданию ТОСа. Мы хотим участвовать в КПМИ. Почему мы? Потому что я со своей стороны, как директор и вся моя компания, будем активно помогать собственникам в подготовке документации и по созданию ТОСов, и по участию во всевозможных проектах. Благодарю, Татьяна Пушкарева, руководитель управляющей компании «Территория комфорта», и снова напоминаем координаты. Обратиться к нам вы можете по адресу труда 80А, помещение 1002, через сайт управляющей компании, через кнопку «Обратную связь», по адресу электронной почты и также по телефону 43 72 72. Кухня ЖКХ.